маленькая. Ребят, в клинике «Рыжий кот» спасают сейчас Серегу, котенка, который зацепился ногой. К сожалению, одну лапку ампутируют, но кот будет полностью здоровый, работоспособный, очень красивый. Ищем хозяина. Вот такой домовеночек. Вот еще один ракурс, ребята, с домовенок Серега, пожалуйста, забирайте, пишите, звоните, очень крутой котенок, ему предстоит пережить ампутацию лапки, лапка, к сожалению, уже мертвая, но будет замечательно бегать и на трех лапках. Все хорошо будет.